Кто это поет? Кто это поет? Птичка. Птичка поет. Прилетела птичка к нам в гости. Долго она летела. Через горы, через моря перелетала. Устала. Хочет посидеть и отдохнуть. Где наша птичка будет отдыхать? На дереве. На дереве. Мы для птички сейчас с вами нарисуем дерево. Смотрите. Я рисую нашего дерева ствол. А вот веточки. Одна веточка, другая. Еще веточка. Посадим мы на наше дерево птичку. Посидит птичка, отдохнет. Только ой-ой-ой, пока она летела, она устала. Кушать хочет. Да. Что птичка кушает? Зернышки. Зернышки. Мы для нашей птички сейчас и зернышки нарисуем. Вот они лежат, зернышки для птички. Вот они. Помогайте. Много будет зернышек. А то птичка совсем проголодалась, пока летела. Отдохнула птичка на веточке. Полетела, зернышки поклевала. И спела для нас песенку. Спасибо, это она нам говорит. Вам спасибо говорит. Ну что, давайте теперь дерево рисуете вы. Дима, давай нарисуем дерево. Рисуй. Вот, молодец. И веточки у дерева. Где веточки? Одна веточка. Вот сюда пальчиком. Вот так. Одна веточка. Другая веточка. И с другой стороны тоже давай. Вот, молодец. Умничка. Васёночка, теперь ты нарисуй веточки для деревьев. А еще, чтобы веточек было много, дерево будет у нас густое. Птичка, для тебя, детки, дерево новое нарисовали. Садись, посиди, отдохни. А зернышки? Где зернышки для птички? Раз. Дим, старайся. Молодец. Молодец. Димочка, помогай скорее. Зернышки для птички рисуй. А давайте еще солнышко нарисуем, чтобы оно светило нашей птичке. Яркое солнышко. Пусть она на нем погреется, правда? Под лучиками солнышко. Где лучики? Молодцы какие.